Доценко Александр Валерьевич, доцент кафедры политологии и международных отношений нашего университета ЛНУ имени Владимира Даля. Мероприятие сегодня более чем актуальное, потому что вопрос нашего признания, он, собственно, является для нас краеугольным, потому что связан непосредственно с тем, каким образом, насколько эффективно мы можем представлять свои интересы и, соответственно, защищать свои интересы, в том числе на международной арене. Однако вопрос, на мой взгляд, ключевой в данном случае стоит в том, чтобы это признание было максимально цивилизованным образом оформлено, соответствующим придерживанием, скажем так, общих каких-то процедур и правил, которые существуют на международной арене. И в первую очередь, конечно, для того, чтобы дать стимул этому процессу, для того, чтобы задать ему ход, нам, конечно, необходим протекторат и, скажем так, адвокатское плечо нашего дружественного партнера России. Да, то есть без кооперации, сопряжения своих действий с государством России, конечно, нам будет очень сложно сделать, поэтому надо на этом делать ключевую оценку.